Олимпиады для школьников – это одновременно и проверка знаний, и начало подготовки для поступления в высшие учебные заведения. Региональный этап интеллектуальных состязаний по праву в этом году проводится на территории нашего городского округа в школе номер 12 имени Валерия Павловича Чкалова. Сюда съехались старшеклассники из Щелкова, Звездного городка, Лосино-Петровского, Королева, Фрязино и Электростали. Всего в общей заявке числится 133 человека, причем в этом году в Чкаловский приехало больше всего учащихся из школ нашего округа – 46. Ну, это большая как бы цифра, да? Это одна из таких крупных массовых олимпиад. Можно сейчас сказать уже, что олимпиады вышли на финишную прямую, осталось всего лишь несколько, и у нас неплохие показатели, достаточно большое количество у нас призеров и победителей. Данную олимпиаду проводит Министерство образования Российской Федерации. Проверка знаний учащихся 9, 10 и 11 классов проходит в несколько этапов. Сначала в самих школах, затем муниципальный уровень, а теперь вот региональный. Во время этого этапа школьники должны в течение 3 академических часов выполнить письменные задания по вопросам, которые до самого начала экзамена хранятся в закрытых конвертах. Надо заметить, что на олимпиады попадают уже достаточно подготовленные ученики. Среди них практически нет случайных участников. Правом я стал заниматься как раз-таки с 9 класса, меня очень сильно заинтересовало. Я очень много стал читать различных кодексов, учить статьи, и я очень сильно заинтересовался, и мой учитель мне предложил поучаствовать в олимпиаде по праву. И так получилось, что я спокойно прошел школьный этап, подготовился к муниципальному и вышел в призер, и сейчас я оказался здесь, на региональном этапе. Важно и то, что учащиеся понимают значимость правовых знаний для становления человека как личности в современном сложном мире взаимоотношений человека с различными общественными и государственными структурами. Я думаю, это повседневная наша жизнь, в том числе какие-то законы, которые должен соблюдать каждый человек. Те из учеников, которые на региональном этапе покажут наилучшие результаты, весной поедут на Всероссийскую олимпиаду, а ее победители при поступлении в вузы получат дополнительные баллы. Причем хорошие результаты создают перспективы не только для нынешних выпускников, но и для тех, кто сейчас учится в 9 и 10 классах. Полученные ими оценки будут через год или два тоже учитываться на их вступительных экзаменах в вузы. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.